Всем привет, ребят. Точнее, доброй ночи. Сегодня у нас ночной роллинг на аккаунте моего подписчика Ярика. Это аккаунт его девушки. У нее день рождения, поэтому поздравляем все вместе ее в комментариях. Всего-всего. Самое главное, крепкой любви. Что там еще? Счастья, здоровья. В общем, у нас, как обычно, топовый роллинг. Намечается 83 тысячи самов. Аккаунт рыжая. Любит рыженьких. Такс. Ну, такое. Мини-донатик. Нельзя это назвать мега-донатом. Поехали посмотрим, что тут есть. Находится в гильдии Киев, Украина. Неплохо. Вайбер на экране. Боссы 4, 5, 21, 0, 21, 30. Атака фортов 20.00 по московскому, в принципе, как и по киевскому времени. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим на аккаунт. Что нам надо сделать? Так, Космо Лео, нету, странно. Космо Трифит, Седна, Афинка, Ледяха, Землеройка, Рогатка, Бугич. Ну, в принципе, такие неплохие герои есть уже. Такс. Копят же люди самики. Поехали посмотрим, что там в алтаре творится. Каменка. Роза есть уже. Ничего себе. Райка. Ой, ну подождите. Начнем сначала. Видно, что девушка, наверное, недавно играет. Ну это жесть. No comments. Отлично, отлично, отлично. Да. Тыковка, конечно, у них какая-то развратная. Ринус, воодушевление. Да ладно. Короче, что-то они знают. По-любому что-то химичат. Короче, это жесть. Так, ну что? Поехали. Надо. Давно я уже ночью не ролил, и сразу же Лиди Лео. Кстати, ну давайте посмотрим на героев, что по героям. Реально Лео? Лео? Не, есть Лео. Странно. Странно, странно. Стрелок. Ну, девочкам везет, малышник. Можно сказать, девочкам на девочек. Капитан Дрейк. Пушек. Где-то рядом мы возле Буги. Отлично. Седнушка. Огонь. Уже хоть часть счастья подарили на этот аккаунт. Королева Гарпии. Смотрите, как женского пола. Фараон. Афинка. Так, а ну-ка, 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 ну-ка. Афинка, Афинка, Афинка. Отлично, ребята, это просто супер. Ну, я не ору, потому что у меня практически два ночи. Ну что, поздравляю. Хорош. В таком темпе нам надо еще Космо, Ледяха и Земляха. Медуза, Череп. Командора. Хорош. Мне это уже нравится. Смотрите, Тесса. Не помню, там Командора есть или нету. Потом глянем. Так, ну чё, рандомчик. Где наш Космо? Либо Ледяха, РТ-шка, Суккуб, Дед Мороз. И понеслась добавляться на склад. Ну, ничего не поделаешь. Медуза. Фрея. Обалдеть. Знаете, если просто ролили на 30к, уже такие герои выпали.
как люди копят, я даже не знаю. Пока надо терпение. Профессор Риббит. Такс, такс, такс. Так, надо разбавить этот рандомчик. Седнушка. Странно, почему Леди Лила не открывает. Рогатка Бугимен. Кап-кап-кап-кап. Ну, рандомчик. У нас сегодня нету коллекционера. Блин, надо шумоизоляцию опять повыставлять. Сам чего слышу себя. Знаете, вот так вот. Офигенное начало, и потом такая какая-то дичь падает. Купидон. Еще одна финка. Ну, блин, вроде неплохо. Грех, конечно, жаловаться. Вот они, герои, которых он хочет. Он или она, или они. Ничего себе, там Закла чудит. Так, ну окей. Не поверю, что будет только одна Афина, еще и все. Малышник. Блин, что-то... Что-то пошло не так. Есть. Кепчик. Кепчик, кепчик, это хорошо. Блин, ну самые имбовые. Просто держатся. Ну давайте попробуем. Тесса. То чувство, когда вот падают герои где-то рядом. Кенди. Рыцарь. Ну. Так, 10 попыток. Раз. Сердцеедка. Два. Наемный убийца. Бог грома. Командора. Еще одна командора. Ниндзя призрачный. Это у нас по 400 350. Все хватает вроде. Так, что тут можно слить неинтересное? Ой, блин, это жесть. Зачем держать? Или не, нифига себе. Нету тут на слив. Блин, аж вспомнил, как я когда-то играл, вот это все копил. Жесть.
Нельзя сказать, что плохо, и нельзя сказать, что мы вытащили хоть одну имбу. Ведьма-морозница. Ну, в любом случае, поздравляю. Качать есть кого, конечно. Хотелось бы побольше, получше, но... Что маем, а то маем. Так, раз. Два. Там еще Афинка 3. Ну, конечно, героев нападало. Прикольно. Так, Афина 3. У нас еще был Леди Лео. Мы сами откроют. Ледяха. По сути, 3 имбы. Ну, а в алтаре намного больше осталось. Ну, как повторки, в принципе, либо как вторые. Так, дар жизни Виталбун, ровненько. И тут у нас такое себе. Ну чё, жахнем на удачу. Тяжелый удар на день рождения. Ну что, еще раз поздравляем с днем рождения. Все, что мог, сделал. Рандомчик, как обычно. Ну, в принципе, хотя бы трех героев вытащили. Поздравляю. Всем удачи, всем пока.